Microphone muted. Я отрубаюсь, давай. Microphone muted. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Что ж. Бум-б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 ум. Бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Пру-прум. 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 Пум-пум-пум-пум. Пру-пру-пу-пум. Та-да-да. Та-да-та-да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду. Ту-ду-ту-ду-ту-ту-ду. Microphone activated. Что случилось? Где? Это кто? Кто? Это не знаю, я астероид ломал. Я листья выбрасывал. А потом побежал чинить реактор, и там был... Там был Лёша, Бобр и Коричневый. О, давай. Оранжево, оранжево, оранжево. Оранж? А почему? Свет искал. Ну, хорошо. Ты за... Я не знаю, у меня никого нет подозрения, я просто бегал. Не, вот смотри, я видел, как Бобр выполняет задание, я сам выполнял задание. Потом Лёша Свик я видел, чинил реактор, и Коричневый чинил реактор. Ну, так-то, может, и сам импостер может чинить реактор? Ну, по сути, может. Но тогда, ну зачем только ему он... чинить, если он сам его вызвал? Минус оранж. Слава, давай, я отрубаюсь. Давай. Microphone muted. Ну, конечно же, он не был импостером. Импостер я и Бобр. Электрикал. Где это? Где он? Я, по-моему, Семёна убил. Починили. Где?
Он не был импостером. Что заметить? Делаем саботаж. И идем его чинить. Его же чинить. Блин. Чуть-чуть не получилось. Ладно, саботаж делаем на электричестве. И все. Пока что это. Саботаж-то есть? Есть. Бобр. Бобр, победи, пожалуйста. Ты можешь. Алло. Алло. Попался. Ну, попався. Я как-то говорил то, что розовые кнопки видишь, я запомнил, что... С одной стороны, он, по сути, я же выполнял задание. И пошел ну, тогда по ложкам. Астероид это было мое задание, если что. Я знаю. Я же специально же сказал, что это как бы мое, только твое. Чего? Почему он никого не убивает? Он просто бегает. Сейчас они все задания довыполняют. Какой второй импостер? Бобр. А какого цвета? Зеленый. Салатик. Ну, сейчас его кикнут, и в итоге я проиграл. Да, желтый читает. Да это зеленый. Красный он мог меня убить. У меня было сначала подозрение только на зеленого. А почему на меня не было? Уйди! Ты меня? Принес миску сюда и взял. Иди сюда. Взял миску и принес. Кого закосили? Бобра. Ты да проиграли. По сути, проиграли только из-за того, что я, во-первых, я медленно убивал, кстати, вот что хочу заметить. Первым, кого ты убил, это я. Да, я даже иди, не заметил. Иди, накладывай себе ключик. Победа. Проигрыш.
кто же? Я импостер. Бам-бам-бам-бам. Алло-алло. Это мне сообщение, кстати, пишут. И кто? Микрофон где? Я не знаю. Я пойдем со мной, я потом докажу то, что я не импостер. У меня есть задание, чтобы ты... Хорошо. А, нашел Захан в атаке. Ну, это не зеленый и как бы не я. Я астероиды делал. А зеленый, видимо, что-то скачивал. Но он там стоял, где надо скачивать. А ты сейчас куда? В смысле, как? Как ты будешь доказывать, что это не ты? Да не, на мусор. А, мусор? Он в атмосферу выкинется. Ну, я специально стал делать. А ты в визуальной таске, то есть? Тогда скип. Что ж. Почему коричневый? Как бы коричневого вообще никто не видел. Голофуй, голофуй. Голофуй, голофуй. Хорошо, голосую. Пум-пум-пум. Запу... Меня... А, это ты. Я так сначала не понял. Короче, ладно. Ладно, вырубайся. Вырубаю. Микрофон. Он не был. Микрофон muted. Эй, он... А ведь он не был. Микрофон activated. Спасибо. Было очень приятно. Это и неожиданно. Это было очень предсказуемо. Muted. Оп, ля-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 
Но это Захан. Чист. Так, там был желтый. Запомним. Настик. Все здесь тусят. Оп. Карточка. Спасибо. Не за что. Так. Электричество. А я сейчас еще и починю. Microphone activated. Алло. Алло, где? Я не знаю, я бежал в нижнем двигателе. Так, а я могу сказать одно. А почему не синий? Потому что он стрелял из астероидов, ну и ты можешь пойти и посмотреть, что я тоже не предатель, потому что я... А это Visual Tax тоже, да? Чего? Это тоже Visual Tax? Да, там же что же. Почему на меня говорят? Это не синий. А ты чего на меня так говорит? Потому что дурак. Я разгадал тайгу черной дыры. Так синий со мной был. Так, кажется, сейчас меня выкинул. Я вам сказал. А где, интересно, была, во-первых, зелененькая, во-вторых, голубенькая и беленькая, и красненькая. О них-то ничего не известно, вот, то есть кто-то из них уже предатель. Ну, или, может быть, ты. Пойдем, кстати, со мной. А что за серый? А белый? Серый — это ты. Я скипну. F, Семён, тебе. А, нет, ладно, скип. Идем за мной, кстати. Оп. Пока. Ну, я же не предатель, я никого не обманываю. Я никогда никого не обманываю. Запомните это все. Бом-бом-бом. 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 Бом-бом-бом.
Так, я доказал, что это не я, и это не я оказался. Бом-бом-бом, красный. За ним надо следить. Очень сильно. Тут свет. О, как же ж он? А, так и знал. Ладно. Повезло. Зря, походу, я это сделал. Алло. Слышишь? Руби микро, пофиг. Ладно. Зачем? По сути... Да я... Мне еще не спорили, походу. Да не... Это светло-зеленый, но это не светло-зеленый, потому что он тоже выполнял. Все нормально. Кстати, когда ты выполнял? Чего? Не показывалось, что ли? Нет. А, там справа должны пушки были так тыркаться. А, пушки, я не обратил на них внимания. А. Если что, второй импостер это белый. А я говорил. Потому что ее никогда нигде не было. Ладно, я выключу. А убил, зачем? А, кстати, двоих убил это я. Молодец. Хотел сказать, уже отключай микрофоны, но потом вспомнил, что зачем. А зачем его выключать, если тебя убили уже? Если тогда еще, я бы тебе мог что-нибудь сказать. А почему ты импостер? Ты что, читы подрубил, которые? Нет, читы. Мне просто повезло. А как делать задание вот это? Спасибо. Спасибо. Где типа кубики, и на них надо что ли запоминать? В реакторе. Да. Это ты? Это ты. Сейчас вы кого-нибудь выкинете, это скорее будет... Голубенький, потому что его нигде не было. И вы победите. Я такой, что знаешь, как тупо не спалился. Написал где, и потом хотел сказать. Мы с белым электро нашли, хотел сказать. Это чё Бобр пишет в чат мёртвых? Да. Ну, оранжевый пишет. Опа! Чёрн, где ты был? Бежал. Yeah. Вот, вы уже спалились тем, что... И там такой красивый тупик. Если что, Билл доделает мою работу. Ну, мне кажется, нет. Это точно не красный, видишь, они уже друг друга оправдывают. И вы остались одни. Белый черного кроет. Ясно. И наоборот. Вас спалили. Я за черного. Мастер Эспойт. А желтый умен. А, да почему за меня-то? Блин, если меня сейчас не выкинули, выиграли. Саботаж, не забудь еще тыкать. Слышишь? Потому что смотри, как мало заданий. Они могут проиграть только из-за того, что задания не делают. Да по сути, они уже проиграли. Потому что друг друга крылья. Последнее задание. Тинк. Тинк-тинк. Тинк-тинк. Тинк-тинк-тинк. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Тупо везде двери закрываю. Я выполнил все таски. А ты где? А, мне еще вепон осталось, ты ж меня сбил тогда. Все, я выполнил все таски. Мне кажется, сейчас в электрического-то убьют. Скрин. Нет, белый починит. Ну, нет. Смотри. Сейчас убьет и скажет, что это он. Я ж сказал. Он! Виктори! Play again? Да. Бел, походу, без клика. Хотя там было непонятно, кто кого убил. А ты все, начинаем.
Через один, два и... Обычный мирный чел. Microphone activated. Алло. Алло. А я звук выключил, а не микрофон. Я понял. В админке я нашел. Это не ты, я видел, что ты выполнял задание. А как ты понял, там реально видно то, что это рычаги? Да. Да. А я не обрисовал. А почему? Потому что она что-то подсказывает. Чего? Подсказывает. Я могу, кстати, мусор выкинуть. Значит, это, скорее всего... Кажется, это коричневый, потому что он гонит. И бобр. Потому что, опять-таки, ни с кем не общается. Что вы сделали? А. Бобр ливнул. Ладно, вы скипнули. За мной сходи за мусором. Ну, спасибо. Microphone muted. Никого нет. Ой, как я рядышком там. К реактору. Microphone activated. И мой номер один, моя половинка. Пока без тебя люблю так сильно. Ты мой номер один, моя половинка. Только ты один. Люблю так сильно. Ты номер один, моя половинка. Тебя люблю так сильно. Ты номер один. Моя половинка.
Microphone activated. Где? Да, я в админке был. Я там тоже был. Я в столовой потом пошел. Ты меня я там делал? Остался, я пошел. Пошел карты проводиться. А я, кстати, очень долго проводил, у меня не получалось. Это не зеленый. Видел то, что я тебе показывал, то, что я астероида кормсал? Не, я не видел. Я ж тебе показывал и подбежал к этому заданию. А, я не увидел. Я ж прям за тобой бежал. Mm-mm. Нет, я вначале прям с тобой бежал. Ну, а потом-то я пошел вниз. Я и думаю, я думал, ты так быстро посмотрел, поэтому... Мне кажется, это Рабутин. Кто? Кажется, это ты. Почему? Ты, говорю, пойдем за мной, я выкину мусор. Пока, микрофон выключаю. Микрофон muted. Да почему опять я, якобы? Не я же ведь. Кто за другой, кто угодно, но не я. Microphone activated. Алло. Алло. Что такое? Чем меня убили. Зачем ты говоришь-то? Лучше когда... А, я понял. Ну я же не скажу, кто. И главное, где. Потом меня спалили. Я в тот труп прожал прям... Движок. Нижний. Так сказать, помянем. Я был в электричестве. Я, по сути, могу тебе подсказать, но это будет нечестно. Так проиграю. Чего? Проиграю. Почему? А, точно. Сколько импостеров осталось? Ладно, это голубенький. А, я так и знал. Я даже так, когда ты не сказал, я его подозревал. Знаешь почему? Потому что я был в нижнем реакторе, он закрыл двери, там был год с другой стороны. А вот, вот именно. Доказательств нет, это пишет сама. Пруфы на меня. Напиши, что типа ты единственный пошел влево. Нет, он не пришел. Он единственный пошел налево, и там и я пошел налево. И че в столовой его не было. Вы сейчас проиграете. Наконец-то. Мертвым челом у меня есть имя. Алёша Свик, это не он? Нет. А вы сейчас скипнули. А я, кстати, не знаю, я сейчас за ним послежу. Запускай. Микрофон. Микрофон мьютед. Па-па-па-па-па-пум. Не предатель. Снова. Пунк.
Microphone activated. Где? Алло. Алло. Я даже знаю, кто это. Кто? Я нигде не было. Может, потому что я был справа. Он меня оправдывает. Честно, Грэг, я везде бегал, а тебя нигде не было. И вот в админку сейчас дверь закрывалась. Основной никто не видит. У меня нет заданий, чтобы доказать, у меня только двигатели, реактор и все. Я за красного. Это не я. Так а зачем ты гонишь тогда без доказательств? Потому что я тебя не видел вообще. Ну, кажется, ну смотри, меня оправдал только что Лёша, плюс я только что написал, что могу убить Ротова. Я тоже так за импостера играю. Кого не убиваю. Типа подозрительно ты очень. Макна не убил. Типа очень подозрительно. Я могу мусор. Как ты можешь доказать, что ты не... Мусор. Ладно, пойдем докажешь мне. А где был белый? Да, потом ты меня убьешь, конечно. Погнали, погнали, покажешь. Ладно. А, меня выкинули, ясно. Это не есть что. Я не знаю, как это. Мы сейчас посмотрим. Я же сказал, это не я. Ну ладно. Как думаешь, кто это? Это ты и оранжевый. Я только что мусор выкинул. А, ты умер. А чё ты не спекал? Не, это не я. Это жёлтый. Это жёлтый и оранжевый. Сейчас тогда выполню задание. Ты ж не мёртвый. Не мёртвый же, да? Нет, я не... Я мёртвый. Я тебе забыл сказать, они оба вент прыгали при мне. Ну... Ты просто знаешь сразу, типа, это путь синий только потому, что его не было рядом со мной. Потому что вот так вот. И всем пока-пока.